Здравствуйте, меня зовут Елена Вадимовна. Я пациент клиники «Все свои», отделение «Крылатское». Познакомилась с этой клиникой где-то в сентябре 2017 года. То есть по медицинским показаниям мне необходимо было заняться протезированием, а конкретно имплантацией зубов. Познакомилась через свою приятельницу, потому что были у меня знакомые врачи-ортопеды, которые, соответственно, мне порекомендовали своих знакомых имплантологов. Обратившись к ним, собрав какую-то необходимую информацию и проанализировав, оценив вот эту всю информацию и ситуацию, я поняла, что цены для меня, по крайней мере, просто завышены. И технологии, возможно, предлагали то же самое. Ну, посоветовала приятельница обратиться в клинику «Все свои», и я решила сходить, по крайней мере, просто на консультацию для первого раза. Пришла, поговорила с врачом, с одним, с другим. То есть был собран такой, даже можно сказать, некоторым образом консилиум врачей, что мне очень понравилось. Ортопед, стоматолог, имплантолог, менеджер моя присутствовала, который меня встретил доброжелательно. И вот все вместе посидели, как бы обсуждали мою проблему, как, что делать, там, в какие периоды, что это будет стоить. Соответственно, высчитали полную стоимость работ. Она меня устроила. Она оказалась где-то процентов на 10, на 20, в среднем ниже, чем то, что мне предлагал врач, вот непосредственно вот как бы знакомый, который меня подвели за руку. Я согласилась. Работать и лечиться в этой клинике. Совершенно не жалею об этом. Очень доброжелательный персонал, хочу сказать. Всегда звонят, напоминают. Если какие-то вопросы возникают, подскажут. И, в общем-то, вот сама обстановка здесь мне тоже очень нравится. Врачи очень хорошо относятся. Приходишь сюда, ну, не могу сказать, как домой, потому что я вообще такой человек, я с детства лечила зубы, я боюсь зубной боли. Мне кажется, любой нормальный человек боится зубной боли. Но приходя сюда, все-таки как-то мне удается расслабиться, успокоиться, и вот вся эта обстановка этому способствует. Так что я совершенно не жалею, что я обратилась в клинику «Все свои», отделение «Крылатского».